Здравствуйте, друзья! Мы вот с Леонидом Николаевичем находимся в мастерской. Я часто бываю в мастерской и вижу, что вы работаете над картиной в разных ракурсах. Я уже к этому привык, но вот зрителям, думаю, будет интересно, зачем вы это делаете? Ну, и это, важно ли это? Это важно, да. И это еще один из секретов, потому что сейчас вот, чтобы посмотреть как-то по-другому на картину, художники в основном используют зеркало. Они становятся к работе спиной и через зеркало смотрят на работу. Да, и там видно, если какие-то искажения, что-то там не на своем месте. Но вот этот метод, он позволяет еще больше возможностей дает. Потому что, ну, как самое простое, есть такие на картине фрагменты, которые легче исполнить вот в таком положении. Также дается возможность нам как бы абстрактно посмотреть на работу, в целом увидеть пятна, также вот эти ошибки, о которых мы уже говорили, там что где лезет, что-то там где выпадает. Вот это очень важно. И работа действительно ведется, ее за время ведения ставишь и так, и эдак. И когда вы попробуете вот это сами, вы ощутите благотворное влияние, вот именно то, о чем вы сейчас сказали, вот это работать над работой в разных ракурсах. Это помогает. Леонид Николаевич, давайте вот еще затронем вопрос мастерства вот в современном искусстве, насколько оно важно. Сейчас, я знаю, во главу угла ставится индивидуальность, и вот что вы думаете об этом, вот ваше мнение можно послушать? Ну, к сожалению, особенно вот эта вот так называемая индивидуальность, которая, естественно, обладает каждый человек, она особенно разрушительна для детей. И уже в детских художественных школах Александр Владимирович тому свидетель, он общался с педагогом детской художественной школы. Да. Во главу угла ставится вот эта индивидуальность, о мастерстве забыли, о нем не говорят вообще, а первично мастерство, потому что, обладая мастерством, ваша индивидуальность, она только его приукрасит, вы привнесете там вот эту вот свою изюминку, и ваше творчество будет созидательно. А если не имея мастерства, но имея вот это мнение о себе, о своей индивидуальности, мастерство ваше будет иметь разрушительное действие. Это очень важно знать всем. Ну, спасибо, Леонид Николаевич. Тогда будем еще встречаться. Да, с удовольствием. До свидания. До новых встреч.